За взятки проносил осужденным сим-карты и мобильные телефоны. В этом обвиняют бывшего 22-летнего сотрудника исправительной колонии в Цивильске. По версии следствия, с сентября прошлого по январь этого года обвиняемый незаконно пронес на территорию колонии вначале одну сим-карту, потом три мобильных телефона, а затем, согласно ранее достигнутым договоренностям, передавал их одному из осужденных, за что в последующем получил взятку на общую сумму 13 тысяч рублей. Также на его банковский счет в качестве незаконного денежного вознаграждения было перечислено еще 1500 рублей и 40 тысяч рублей. За эту сумму обвиняемый договорился с тем же осужденным пронести на территорию колонии еще 4 сотовых телефона, однако не сделал этого, так как не получил всей суммы взятки. Дело направлено в Цивильский районный суд.